Возможно, мы еще увидим забитые мячи. Однако Блэк была опасная, развивается проход Адама, можно играть, мяч остался у гостей. Вновь Турбур за ними. Какая эмоциональная концовка. В разрез передачи опасно. 2-2. 2-2. Гарри Торрент-Джекер забивает во втором матче Криана. Сначала Вербуни, теперь Вестбромвич. Радуется. Радуется публика, которая болеет за Блэкпул. И 10 минут до окончания встречи. Абсолютно ничего не ясно в этой игре. Площадку и проспали защитники этот рывок.